Привет, меня зовут Кристина, и вы на канале сервиса доставки товаров из-за рубежа Shopos. И в этом видео мы с вами разберемся, как выбирать и заказывать детские вещи из США. И сегодня речь пойдет о бренде одежды, который знает буквально каждая мама. Это бренд под названием Carter's. По статистике, на каждого ребенка в Америке приходится примерно 10 вещей этого бренда. Будь то детская футболка для девочки за $6 или пижама для мальчика за 12. Высокое качество и приемлемые цены. И сегодня мы с вами посмотрим на это более детально. Поехали! Именно на американском сайте цены на 60% ниже, чем в России. Если вы хотите купить оригинальные вещи Carter's, при этом не переплачивая за них, лучше купить их на официальном сайте или же в других зарубежных интернет-магазинах. Даже с учетом транспортных расходов, стоимость выходит в разы меньше, чем в России. Зато вы сможете одевать ребенка в красивую, качественную и удобную одежду от известного бренда. Как оформить заказ без регистрации на сайте Carter's, я расскажу во второй части видео. А пока давайте вернемся к выбору детской одежды. Прямо сейчас мы с вами открыли официальный сайт Carter's. Сделали мы это с помощью VPN, ведь только так сайт работает корректно. Все ссылки, кстати, я оставлю в описании к этому видео. Также для удобства вам может пригодиться встроенный Google переводчик, либо любой другой переводчик сайтов, если ваши познания в английском не такие глубокие, как хотелось бы. На сайте, кстати, представлены вещи сразу 4 брендов. Carter's, Skip Hop и Little Planet, а также Oshkosh. Это, кстати, весьма удобно, потому что корзина единая для 4 брендов. Вы можете взять одну вещь Carter's, одну вещь Little Planet, и все это окажется в одной корзине, что весьма удобно. Вещи на сайте распределены по 4 разделам, которые соотносятся с возрастом ребенка. Первый из них, наверное, самый маленький и самый милый, относится к малышам, к детям, которые только родились и делают свои самые маленькие шажочки в этом мире. Здесь есть раздел для мальчиков, для девочек, а есть также гендерно-нейтральный стиль, а для тех, например, кто уже знает о появлении ребенка, но еще не знает пола, или же для тех, кто готовит подарок на гендер-пати, опять же, заранее не зная, кто будет у родителей. Очень удобно, можно посмотреть и заказать какой-нибудь интересный подарок. Особое внимание можно уделить такому разделу, как детское снаряжение на русском, или же в английской версии это baby gear. А здесь можно найти разные аксессуары для детей, слюнявчики, игрушечки, маленькие полотенчики, все, что понадобится мамочке для ухода за ребенком. Следующий раздел буквально предназначен для детей, которые только начинают ходить. Здесь есть подразделение на одежду для девочек и одежду для мальчиков. Также можно зайти в любой из разделов и посмотреть, что нам предлагает бренд. Например, вот спортивная одежда для мальчиков. Удобная, не сковывает движений. Ну, в большинстве своем она не броских оттенков, но при этом своем она будет очень долго служить. Следующий раздел для детей от 4 до 14 лет. Это самый активный возраст ребенка, когда он активно познает мир, определяется, что ему нравится, что ему не нравится, чем бы он хотел заниматься и как проводить время. А здесь есть подразделение на самые разные отделы. Можно, например, выбрать что-то из летней коллекции, да, и посмотреть, что нам предлагает магазин. Здесь панамки, сандалики, платьишки и многое-многое другое. Также обращаю ваше внимание, что на сайте есть возможность отфильтровать вещи по нужному вам размеру. Это ускорит поиск необходимой вещи и сократит время, которое вы тратите на шопинг. Например, нам нужна вещь размера 8. Вот. И сразу нам показаны вещи именно этого размера. Также я рекомендую обратить внимание на раздел с распродажей. Здесь есть также много разного всего интересного, но, наверное, один из самых актуальных разделов – это вещи стоимостью до $5. Давайте посмотрим. Здесь есть самые разные вещи, которые также можно отфильтровать по возрасту и по полу. Но одно могу сказать точно, что каждая мама будет рада такому ассортименту за такую приятную стоимость. Здесь есть летние вещи, демисезонные вещи, пижамки, шлепки, варежки, вот такие милые комбинезончики. А заказывая все это по ссылке через сервис посредник Shopos, можно еще и сэкономить на доставке. А о том, как работает наш сервис, я рассказала в одном из предыдущих видео.
Чтобы наверняка угадать с размером вещи, которые нам понравились, на сайте есть упрощенный алгоритм выбора размера. Как это работает? К примеру, если мы 100% знаем, что размер нашего ребенка 3T, мы его и выбираем. Но если нужна чуть более подробная информация, мы заходим в раздел Size Chart. И здесь с помощью вот такого маленького показателя метрик у нас появляются еще другие показатели. Например, размеру 3T соответствует рост от 93 до 98 сантиметров и весом от 14 до 15 килограмм. Если ваш ребенок, например, чуть больше по росту, да, например, его рост 100 сантиметров, тогда вам стоит выбрать уже размерчик 4T. Угу. Вот здесь у нас автоматически изменился размер, и теперь мы будем 100% уверены, что он подойдет нашему ребенку. А теперь давайте перейдем непосредственно к процессу заказа вещи из интернет-магазина Carter's. Для этого вам не нужно регистрироваться на официальном сайте. Все, что вам нужно, это скопировать ссылку с официального сайта магазина и перейти в сервис посредник Shopus. Далее по знакомому нам алгоритму мы переходим во вкладку «Заказ по ссылке». Здесь мы вставляем необходимую ссылку в поисковую строку и нажимаем кнопочку «Купить». Мы заполняем все необходимые поля. Например, страна магазина, в нашем случае это США, ссылка на товар у нас уже вставлена. Далее необходимо указать цену в валюте магазина. Мы возвращаемся на официальный сайт и копируем цену в валюте магазина. Возвращаемся, вставляем. Необходимо указать также оригинальное название вещи, чтобы у нас ничего не перепуталось. Вставляем. Количество в нашем случае 1. Если нужны какие-то уточнения или комментарии к заказу, вы их также оставляете и нажимаете кнопочку «Добавить товар». Хочу вам также напомнить, что комиссия за услуги Shopus рассчитывается автоматически при оформлении заказа. Также с помощью сервиса посредника Shopus вы сможете оплатить заказ картами российского банка, чего вы не сможете сделать, скажем, на официальном интернет-магазине в США. Shopus имеет свои склады в США, Европе и Объединенных Арабских Эмиратах, что облегчает, скажем так, путь вашей вещи от магазина прямо к вам в руки. Также у нас существует бесплатное объединение посылок. Если вы заказали сразу несколько товаров из разных интернет-магазинов, то непосредственно на складе эти вещи компонуются в один заказ и доставляются вам в руки. Это позволяет существенно сэкономить на доставке. Также у нас существует русскоязычная служба поддержки. После оформления заказа с вами всегда связываются менеджеры и уточняют все необходимые нюансы по покупке, оформлению заказа и доставке удобным для вас способом. Если вы находитесь в Казахстане, то это также не беда, потому что доставка оформляется в Россию и Казахстан на равных правах. Также вы можете рассчитать примерную стоимость доставки с помощью встроенного калькулятора. Ссылку на него я также оставлю в описании. Многим также понравился способ заказа с помощью мессенджеров. В Телеграме и в WhatsApp у Shopus есть свои чат-боты, которые упрощают заказ просто в миллион раз. Что для этого нужно сделать? Скопировать ссылку на интересующий вас товар и перейти в наши чат-боты, ссылки на которых я оставлю в описании. Покажу сейчас на примере Telegram-бота, как это работает. Вот, к примеру, Shopus-бот, мы нажимаем кнопочку «Начать». И все, что вам нужно сделать, это прислать ссылку на интересующий вас товар прямо сюда, в чат-бот. Далее мы ждем реакции от менеджеров, которые уточнят все необходимые детали заказа и договорятся с вами о доставке. И чтобы убедить вас окончательно в качестве сервиса Shopus, я покажу вам страничку с отзывами, где уже более 8000 покупателей, да, и это только официально оставленные отзывы, радуются тем вещам, которые им пришли, и показывают, что все-таки сервис работает качественно и доставляет вещи удобным для вас способом. Смотрите, как много отзывов, и все они проиллюстрированы. Листать можно все 8000. Но думаю, что даже с первой страницы, понятно, и по всем оценкам 5 звезд, можно сделать какие-то выводы.
Также есть еще один способ заказа товара Carter с помощью сервиса посредника Shopas. Как я вам уже говорил, на сайте есть встроенный каталог eBay, куда мы можем вбить название бренда и найти все вещи, которые соответствуют нашему запросу. Напомню вам, что каталог eBay предлагает как новые, так и бывшие в употреблении вещи. И все же стоит обратить внимание вот на вот этот блок настроек и выбрать то, что подходит именно вам. К примеру, нам нужны новые вещи без аукциона. Угу. И мы уже переходим в открытый нам каталог по заданным критериям. Мы выбираем понравившуюся нам вещь, да, предположим, это будет вот такое милейшее детское платье для какой-нибудь маленькой девочки. Мы выбрали товар, изучили его исходные, да, посмотрели, например, описание или описание на русском. Угу. Посмотрели на гарантии, на отзывы от продавца, и если нас все устраивает, мы добавляем товар в корзину. Отлично, вот так буквально в два клика мы уже готовы оформлять заказ. Комиссия за услуги Shopas уже включена в стоимость товара. Вот так просто мы добавили сразу две вещи в нашу корзину. Одна из них была с официального сайта, а другая с помощью встроенного каталога eBay. Как только оба товара придут на склад в США, наши менеджеры свяжутся с вами и уточнят все необходимые детали по доставке. Ну и намекаю вам, чтобы вы не забыли о промокоде на доставку в описании к этому видео. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь здесь мы регулярно публикуем обзоры на новые категории зарубежных товаров, а также подборку самых топовых товаров в зарубежном сегменте. Если шопим, то только вместе с Shopas. Пока-пока!